Все готово, мой царь. Скажите, Анек, ты ходил с сыном на рыбалку? Нет, мой царь. Мне довелось познать только жизнь солдата. Я бы хотел порыбачить с сыном. Но нам. Пора встретить свою судьбу. Спартанцы! Каждый вдох, что вы делали, вел к этому моменту. Каждая капля крови, пота и слез мои, ваши! Приближали этот день, этот час. Персы пришли, чтобы сделать из нас рабов. И вот что я думаю. Давайте напоим богов их кровью! Ну что, спартанцы? За сыновей! За дочерей! За Спарту! Ah!
Ничтожество! Умри во славу Ксеркса! Ксеркс отправил овец на бойню! Ну же, Ксеркс! Я принесу Ксерксу твою голову, спартанец! Попробуй! Даже мой сын дерется лучше тебя! Я убью тебя! И все сыновья Спарты станут рабами Ксеркса! Они скорее умрут! Ха-ха-ха-ха! Но можно и так! Из без армии, что защищает тебя! А кровью истекаешь ты! Мы спартанцы! Нас предали, мой царь. Ксеркс узнал о тропе в горах. Они идут. К рассвету вы будете полностью окружены. Мы спартанцы. Нам не привыкать. Спартанцы. Это слово забудут. Когда Ксеркс сотрет ваш народ с лица. Это был день, который персы не смогут забыть. Завтра будет день, который запомнит всех живущих.